Сейчас я занимаюсь глажкой, все перегладила. Хозяйка. Вот. Столько брюк, столько свитеров, все аж кыма. И нашла пакет со своими тканями, мои дорогие. Не показала, так я вам. Посмотрите, какая красивая ткань. Сразу фантазии пришли в голову. На блузку, на платье красивое, вот что-то, какой-то костюм такой. Вот эта ткань, в принципе, конечно, оно все прозрачное, нужно под него что-то, какое-то накидочку. В принципе, у меня есть одна накидочка, которая подходит под все случаи. У меня, кстати, выкройка уже есть с бурды. Вот эта ткань я купила 2 метра. И да, я хочу красивую блузку потом пошить, белую. Ну, машина нужна, вы понимаете? Ткани-то есть, а верлока-то нету. Вот и в чем и загвоздка. А это персиковый. Вы видите или нет? Наверное, не видите. Персиковый. Такая ткань, качество, как у меня платье из твикса. Зеленая, она очень красивая. Вот что-то можно тоже такое платье пошить. А вот это, вот смотрите, вы видите, как она переливается? Это не подкладочная ткань. Эта ткань, вот, видите? Хочу поймать вот этот кайф. Эта ткань, знаете, о, видите, как блестит? Сейчас модная ткань такая. Вот я представляю юбку солнце клеш. Конечно, я с ней намучаюсь, мне кажется, но ничего. А вот эта вот ткань, вот эта вот ткань, тоже много, все по 3 метра и по 1,5 метра ширина. Что-то можно тоже подобрать. Но пока еще не соображаю. А у меня на это придет свое время. Свое время вместе с машинкой. И вот еще одна ткань. Она вот вся такая. Она не помятая, друзья. Она вся такая. Мы взяли ее очень много. Знаете почему? Потому что, ну, во-первых, это же дешевая ткань, да? 20 лир 1 метр. Представьте, какое красивое выйдет что-то белое. Тут больше 3 метров, 4, наверное. Кусок где-то испорченный. Кусок испорченный. Но вот это тоже ткань, ее не надо гладить. Вот что-то будет белое, красивое. Обалденно белое, красивое. Вот смотрите, сколько ее, сколько. А где вот этот? А, вот. Видите, не вижу, не вижу, не вижу. А вот, видите? Или нет? Нет. Вот. Из-за этого нам побольше. Ну, в общем, вот такая ткань тоже красивая. Белая, что-то летнее. Ну, до лета у меня есть время. Так, еще что мы купили? Прикинули молнии. Ну, молнии здесь можно докупить. Это не проблема, это на мою юбку. Вот я как хотела. А вот это вот на вот это платье, если понадобится, не знаю. Ну, набрала, оно не испортится. Вот такие вот у меня ткани мы купили. И решила вам показать. Всем добрый вечер, друзья мои. Вот так мы всей семьей. Ой, забыли елочку включить. Чаек пью я. А мавишок качается у нас и чистится. Это вообще птичка с ума она сводит, Сашка. Да? Смотрите, сейчас она будет кататься. Вы видите, какой мавиш у нас умный. Вы видите? Сашке мы ему сделали качели. Ему это нравится. Видно, голова закружилась. Мавишо, чики-чики-чики. Покатается, пойдет помоется. Мавиш, чики-чики-чики. Мавиш, мавиш, мавиш. А где вы думаете, он сидит? Он сидит. Где? А, на клетку улетел. Сейчас там посидит, потом там. В общем, ему нравится у нас жить, я уверена. Сейчас
отвечаю на некоторые комментарии. Тут на вопрос Юля задала. Светлана, спасибо за позитив, что будете вкусного готовить на Новый год. Новогодний стол. Вы знаете, что отмечают ли в Турции традиционную новогоднюю ночь, как в России? Приятно ли ходить в гости на новогодних праздниках? У них нет этих понятий. Что касается нас, в этом году мы будем праздновать в ресторане. Второй год мы уже делаем с мужем. Это самый лучший вариант для меня, потому что я раньше, после новогодней ночи, через час уже спала и не почувствовала. И как только я год назад отметила в ресторане, вся жизнь моя была такая в течение года веселая, в гулянке, развлекалки, намного интереснее. И я не хочу возиться, сидеть ночами дома, не потанцевать ничего. Ну, потанцуешь чуть-чуть, но все равно не то развлечение, которое будет в ресторане. А отмечают, не все отмечают, у многих даже елок нет, у нас, как всегда, есть. И в последнее время вот поприезжало очень много русскоязычных, и вот уже стали украшать Мерсин. На днях я вам покажу, как это выглядит. В гости ходят гости, близкие друг к другу. Турки не ходят, это точно. Ну, может, пойдут они на полчаса, на часик, и все. Было у нас один год, когда пришли к нам гости, они пришли в 8 вечера, и мне пришлось все рано так накрывать на стол, и ушли они 15 минут первого. Вот такие были турецкие гости. Поэтому я не связываюсь с ними. У меня можете посмотреть на канале, как мы отмечали каждый Новый год, 2019, 20, 21, 22. 2 года мы дома были. У меня было в одно, кажется, Кейт и Золовка были в один год. Там еще кто-то был. Ну, смотрите вы сами, я сейчас не помню. В начале 2020, 21, смотрите, как мы отпраздновали. Вот вам ответила на вопрос. Моя подружка, чем вас поздравила с Новым годом? Вот это вот две уточки. Будем уточку жарить на Новый год, мои дорогие. Творожок, яйца, сосиски, вот такая колбаска. Приятного аппетита и спасибо большое, Олечка, с наступающим. Турецкий завтрак. Да, пока Моими горячие. подружками, красивыми подружками. Как классно. Да. Девочки, Приятного я вам аппетита, хочу сказать, что можно девочки! просто вот так встречать. Всем добрый вечер. У Мавиши такие игрушки подарила мне подружка, и мой муж сюда их прицепил. И вы посмотрите на этого хулигана, он не находит места. Он хочет себе такие машинки. Посмотрите, видите, сколько падало игрушек. В шоке ребенок наш. Мавиш. С этой игрушкой что сделала? Вы видите? Ярамаз, Мавиш. На этой елке качается и лампочки трогает. Мальчик мой, сладкий такой, любимый мой мальчик. Любимый мальчик, иди к маме, моя птичка любимая, иди, моя любимая птичка умная, она везде лезет, везде, везде лезет, моя любимка, друзья. Скоро Новый год, остались какие-то часы, очень много часов. А чем я занимаюсь? Смотрите, я нарисовала алгоритм. Я рисую, рисую, колдую, колдую. Сегодня у меня такая новость хорошая, и вчера была. Вчера моя подружка опять прислала нам посылку с уточками, колбасками. Господи, какая вкусняшка. Сосиськами. Сейчас, кстати, пойду еще сварю. А мужу приготовлю плов с фасолью, куру, потому что мы завтра идем в ресторан. Будем по-другому отмечать наш праздник. А сегодня еще пришли у нас подарочки, сыры, сыры. Спасибо, моя дорогая, за такие подарки. Сегодня у нас была встреча с девочками. Так хорошо мы тоже посидели в кафе.
поговорили, сделали праздник друг другу, снимались. Я красненькую блузочку одела, они красненькие, какие-то сарафанчики, юбочки, пальтошечки. А посмотрите, у него дети, у моего мальчика. И кто это мальчик? Кто это такой хулиган у меня? Хулиган! 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 Кусючий такой стал, кусючий. Друзья мои, это дитё вообще сокровище. Да, мы так счастливы, что она у нас есть. И Мулафа у нас все, что хочет, делает. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.